наш регион спортивный, у нас много заслуг, много побед. Есть и олимпийские чемпионы. Ну а сегодня было вдвойне приятно поздравлять ветеранов. Всегда приятно видеть, когда у людей радостные глаза, когда в них горит огонь. Мы встречаемся, мы общаемся. Они много рассказывают о том, как было ранее. То есть на самом деле это очень хороший источник информации. Я сегодня в сфере физической культуры и спорта уже 67 лет работаю. И для меня, как профессионала, это, конечно, главный праздник. В этот день как бы мы оглядываемся назад и смотрим, и как бы подводим какие-то определенные итоги, которые сделали. А действительно, сделано было много. Мы стояли у истока создания и праздников Севера, и королевы спорта, и нашего сибирского марафона, который так тоже организовывали. Хочу поздравить наше министерство, наше вот руководство, Центр спортивной подготовки за то внимание, которое уделяется нашим ветеранам. Мне не хочется говорить ветеранам, моим, так сказать, старшим товарищам. Потому что я вот считаю, что я еще не ветеран, себя не считаю ветераном. Как бы еще на ходу, на плаву, так сказать, вот еще хочется вершить, еще хочется что-то делать.